карте добрых дел компании «Фосагро» в Балакове появился новый объект – участковый пункт полиции номер 2 на улице 20 лет ВЛКСМ. Через дорогу от него уже есть благоустроенный сквер, который в прошлом году привели в порядок также на средства «Фосагро». И обновленный участковый пункт стал очередным этапом поддержки города. Когда мы сюда приехали, действительно увидели то состояние, в котором людям приходится работать, принимать людей. Да, но оно было очень такое плачевное, да, и жалко было и работников, которые здесь, участковых, которые работают, жалко было и людей, которые сюда приходят со своими проблемами. Поэтому решение было принято однозначно, что мы будем помогать, мы будем восстанавливать. Химики помогли провести здесь ремонт, приобрели необходимую оргтехнику, оборудовали даже душевую кабину, что будет очень кстати в жаркое время, так же, как и кондиционеры. Изменилась и входная группа, появилось новое крыльцо, подъемник для маломобильных граждан, информационные таблички. По периметру установили систему видеонаблюдения. Внутри помещений обновили пожарную сигнализацию. Компания «Фосагро» направила на эти цели почти 4,5 миллиона рублей. И теперь сотрудники полиции говорят, что в комфортных условиях и работается с радостью. Полный косметический ремонт кабинета. Для удобства были выделены новые сейфы, столы, полностью мебель, стулья. И самое главное, что удобно в работе участкового, это новые компьютеры, которые в настоящее время мы эксплуатируем, пользуемся, очень довольны, потому что очень быстро работают программы, людей можем быстрее опрашивать, проводить с ними работы. Капитан полиции Александр Сизаненко сам живет в этом районе, знает его болевые точки. И для жителей молодой участковый – настоящий товарищ, который всегда поможет в сложную минуту. Таким и должен быть полицейский. В любое время можно прийти, а к участковому он рядом с горем, с радостью. Он должен знать все. И кто в школе учится, и кто не работает, так заниматься профилактикой, и тогда общественный порядок и в микрорайоне, и в городе будет хороший. В этом пункте трудятся не только участковые, но и стажеры. Зона ответственности большая. Это не только ближайшие жилые микрорайоны, но и дачные массивы в сторону Старой Пристани. Поэтому и визитеров ежедневно приходит очень много. Работа здесь активная, жители активные, возникают разные ситуации. Это касается и общественных мест, плюс у нас имеются тут социальные объекты. Это 70-й садик, 25-я школа, ДРОСТ. Естественно, вопросы возникают и житейского характера. Соседи кто-то безобразничают, там еще какие-то личные дела. Вот. Приходится часто. Так ребята неплохие. И по всем вопросам обращаюсь, они всегда молодцы. Поблагодарить компанию «Фосагро» за создание комфортных условий для участковых прибыла делегация из регионального управления МВД. Для полицейских это знаковое событие. Уникальный, грандиозный случай, когда, как уже сказали, почти 4,5 миллиона было вложено. И мы с вами увидели, что действительно созданы самые современные условия. Кстати, именно в этом пункте трудится полицейский Денис Коротков, который в 2020 году вошел в десятку лучших участковых страны. Сейчас он в командировке, а по возвращению его ждет сюрприз – обновленный рабочий кабинет.